Привет! На камеры попадает много невероятных и интересных моментов, но только самые крутые попадают на наш канал. Усаживайся поудобнее и поехали! Вот что значит по-настоящему крупная рыба. Самое интересное тут это реакция водителя. Извержение вулкана выглядит впечатляюще, но на кадрах с НКС это просто верх эпичности. А это уникальное явление река в Китае. Я думаю, нам стоит поучиться принимать любые удары судьбы так же, как этот чувак. Этот пилот явно профессионал своего дела. Впечатляющая встреча воды и суши. Этот маневр называется «Калипсо». И представь, как сложно в таком положении контролировать самолет. А этот работяга, наверное, вылил зелье силы из фильма про Геркулеса. Эх, сколько труда упало. Посмотрите на самый странный тверк в твоей жизни. Все ищут Джина в лампе, а он, оказывается, прятался под этим настилом. А эту клавиатуру можно купить в подарок бабушке, тогда она точно увидит все буквы. Вы только посмотрите, что могут 1000 синхронизированных скворцов. Интересно, сколько на это ушло попыток? Тут подходит поговорка: «Любишь кататься? Люби и саночки возить». От такого помощника и я бы не отказался. И не говори, что не пытался повторить это в детстве после того, как посмотрел «Аватара». А потом и думай, откуда такие счета за воду. Аж не верится, что такая крошечная машинка может сдвинуть с места многотонный корабль. Эта обезьяна точно знает толк в моде. Вот вам лайфхак, как открыть бутылку, если под рукой завалялся живой краб. А это ты, когда хочешь, чтобы у тебя дома был равномерный загар. Будь на ее месте кто-то другой, ему не сдобровать. Ну а кошкам в нашем мире прощают все. Ну а на этом все. Если я поднял тебе хоть чуть-чуть настроение, не забудь поставить лайк и поддержать подпиской на канал. Увидимся в следующем видео. Пока!